Я вам говорю, что это приблизительно плюс-минус 2 метра влево, 2 метра вправо, спокойно можете. Ну, По... танком влево-вправо это одно, а хилам перебегать туда-сюда, хилить, это неудобно будет. Чуть-чуть нужно будет это ближе на. 2 метра, там рестор друид. 2 метра, блядь, влево-вправо отбежать спокойно можно. Согрели. И при этом хилить. Чё там, калат, забери на себя. Клад Сагры побежал, красавчик. Ну, блядь, нахуя вот, реально. Это чтоб, типа, вместо Феникса этот моб посмотреть. Позиционно. Этот, дальше этот, по поводу позиционки еще объясняю. Когда бьем первого Феникса, когда будете бить, на нем будет в любом случае крик Феникса с одним из четырех, блядь, этих нюансов. То есть это или фир, или дезориентация и тому подобное. Вся эта хуйня, она ловится только, если вы смотрите на Феникса. То есть, если вы видите каст Феникса, ну, крик Феникса, блядь, каст идет, вы отворачиваетесь. Касается миликов, РДД, зоны. Хилы, что по вам, вы как стали, вот сюда, допустим, да, и вы спиной стоите ко всему. Вам не надо, блядь, смотреть ну, на... Все равно каст, перья, там, блин, желательно бы, конечно, смотреть. Вам не надо смотреть. И Визуально, когда перья улетают. По поводу хилов. Если на вас летят перья, то есть вы тут по три стоите, реально, что три перья в трех хилов вряд ли залетят. Сразу говорю. Всего пять перьев летит на весь рейд. Три перья в трех хилов. Даже если у вас залетает, ну, то есть, чтобы вы понимали, когда идет анонс, каст перьев, весь РДД, весь рейд просто находится в движении в этот нюанс. То есть хилы отбегают назад. Лужа появилась. Выбежали, стали обратно. РДД зона. В квадрате стоит. Стоит в квадрате. Опа, стала в кресте. Перебежала. Дальше следующий каст перьев. Перебежали, стали на эту сторону. И при перебежке, наверное, лучше там тучка, еще что-нибудь, поводу... щит манны на себе, хоть что-нибудь там накидывать. Идет анонс каст перьев. Идет анонс каст перьев. Смещаетесь. Скинули, вернулись обратно. Следующий анонс, второй по очереди. Можете немного ближе. Вернулись обратно. Вроде нихуя слышно. Дальше. Всегда убиваем первого феникса. Тоже, что никто, блядь, не потерялся. Что надо будет делать дальше? Когда убили первого феникса, то есть весь РДД находится на позиционке. Что-то... Смотрите, еще один нюанс. Если мы не успеем банально за один каст перьев, за 10 мобов слить феникс, это хреново. Вообще мы должны по времени сливать 25 лямов за это время. Гера будет на первом Фениксе? Если мы вдруг не успеем, да, на первом дадим. То есть на первой фазе не будет Геры. Мы когда придем первого будем бить, мы дадим Геру сделать. Чем быстрее мы снесем одного Феникса, тем у нас больше шансов выжить от трех остальных. И легче всему рейду. И больше остается места для контроля мобов и для кайта. Этот. Короче, если мы не успеваем, РДД зона, вы, естественно, стоите здесь. Если мы не успели, идет следующий каст перьев в обратном порядке. Крестик и в квадрат. То есть в обратном порядке просто. Мили зона, снова идет каст перьев, то здесь уже лучше не будет, мобы появятся, сольются. То же самое, все в одном направлении, херачьте. Так, дальше. Если мы сливаем первого феникса, то есть у нас здесь прохиливают 5 хилов. Если мы сливаем первого феникса, дальше, рейд делится на две. Будет делиться на две группы. Одна группа пойдет бить
вот этого феникса, который будет звездочки. Плюс войд сюда смещаешься. Забираешь у монорота, у тебя стаки спадут. Ты забираешь у монорота этого феникса и это. Здесь остается на эту часть, ну, то есть, грубо говоря, рей делится 12-12. Не 12, 10-10 будет делиться. Вот, этот. Там дебафы с антей. Эти дебафы у нас, скорее всего, словят, которые минус СПД дамаг, минус физ урон или минус мах урон, у нас будут ловить в приоритете танки. И вся... Ну, короче, там вообще рандомность. В приоритете на вас его не будет, на дамагерам ни хера не грозит. Единственный дебаф, который вы можете получить, это на увеличение агро. Но опять же, посмотрите свой дебаф и там будете через сброс агро херачить феникс. Этот, одна часть рейда пойдет в звездочку. Войд, твоя позиционка, ты забираешь, бежишь с второй платформы на первом, а народ-то забираешь этот. Скорее всего, если стаки починят, то есть монород тут будет жить нормально. Монород, дальше что делаешь ты? Войд у тебя забрал, дальше танчит он. Ты что делаешь? Ты бежишь, короче, на третью платформу, то есть в ромбе. Меняешь кого-то. Другая половина рейда пойдет в эту метку. То есть половина на половину будет. Одна половина здесь, одна половина там. Короче, звездочка и ромбик. Рейд поделится на две половины. Дальше этот. Все локи будут в звездочке. Объясню почему. Все локи, ну плюс кого долгий контроль. Вы будете в звездочке. Короче, смотрите, ложи будут появляться на двух группах. На ромбике и на звездочке. На звездочке все мобы, которые будут появляться, должны быть в контроле. Допустим, 5 мобов в звездочке, 5 мобов в ромбике. Это. Короче, когда появляется 5 мобов в звездочке, там стоят все локи плюс друиды, плюс, не знаю, войд стоит. Грубо говоря, вы всех своих мобов контролите. Независимо. Вы даете бан и не отпускаете с бана до того нюанса, когда я не озвучу отпускать там по чуть-чуть. Все мобы будут приоритете в ромбике в первую очередь отпускаться. То есть мы поделим рейд на две половины, так чтобы, блядь, мобов можно было сливать. Если зайдет в ромбике сначала два моба, потом еще два, ну то есть 2-3, то в принципе это нормально, там просили. Если зайдя сразу там в двух мобов, сколько, ну, мобов 6, там, это не просили, урон идет по. Поэтому, типа, у кого самый длинный контроль по мобам будут стоять звездочки. У кого в плане есть контроль в плане замедления мобов, будут стоять в ромбе. И разовые там станы, допустим, как паладина, ретрика и тому подобное. Кто замедляет мобов, в приоритете станут там, где они будут впервые всего сливаться. Те, кто контролит моба так, что они там стоят в бане, будут стоять там звездочки. Дальше. Дамажим мобов. Один дебаф уже спадет со всего рейда. Останется 15 человеком под бафами. Этот моб, которого мы первым убивать будем, он идет на минус энергию, на минус ману. То есть 5 человеков с самым хуевым дебафом, отсеятся. Останутся дебафы на минус физ урон, мах урон и... Что там, не на агро. В принципе, не критично. Сливаем, короче, параллельно сливаем двоих. Если кто-то быстрее сливает, вы сразу не бежите.
То есть, если вы видите, идет каст перьев, вот, допустим, звездочки слили быстрее, звездочки слили быстрее, вам идет анонс каст перьев. Вы сразу не бежите в ромбик, вы разливаете лужи там, чтобы мобы, блядь, намного дальше появились от всего рейда. И только потом бежите в ромбик. Там уже ромбик будет, скорее всего, добиваться. Будет добиваться. И потом только уже все бежите в ромбик и добиваете ромбик. Или наоборот, допустим, если ромбик слил быстрее своего, а звездочка еще осталось, то сливают, допустим, да, то ромбик, вы не бежите это, вы не бежите на звездочку. Они сами справятся, вы идете на последнюю платформу, начинаете на последней платформе мелкого. По поводу танков. Убивается первый моб, который будет танчить этот Войд. Сначала Войд, получается, меняет Монорота. Монорот становится свободным, бежит на третью платформу, меняет Кавата. Это по степени того, как вы будете освобождаться. Кават в этот момент сбрасывает стаки. Естественно, Кават свободен. Если ты сбрасываешь стаки, ты бежишь, меняешь меню. То есть из-за того, что мы бурстанем первого, у нас один танк останется свободен. То есть мы сможем, грубо говоря, на танках постепенно сбрасывать стаки. Сверх того, что Дезурон сказал, что починит стаки, и они будут очень долго набираться на танках. В принципе, это осуществимо в 4 танка. Ты освободился, сбросил стаки, меняешь меня. Я остаюсь свободным. В этот момент должен слиться или Войда, или Монорота моб. Или первая платформа, или третья должна слить. Если сливается хоть один моб, остается два. То есть остается один фуловый Феникс, и остается второй, блядь, у которого там примерно 20% тире, блядь, 40, хуй его знает, сколько останется, в зависимости от того, какой ДПС будет. А это... Дальше весь рейд первоочередно добивает того Феникс, где меньше всего осталось, и все полностью смещаются на это, на последнюю. Там мобов контролить не будем, сразу говорю. Там под полностью всеми бурстами, все, что у кого останется, все, что у кого есть, там им на ХП, на ману отдадим, подобное. Там мобов контролить не будем. Там что будем делать? Совы будут отбрасывать мобов, чтобы они не дошли. Плюс корни друидов, плюс локов баны. То есть пачку мобов мы, ну то есть 10 мобов мы законтролим, блядь, всем рейдом это стабильно. Плюс, там, не знаю, мах, если что, может Фроста спекнет. И Фрост мах еще полностью всю работу будет делать в плане замедления. Если у нас будет весь рейд, ну даже если будет минус 2 на последнем мобе, ну на последнем фене, все равно это все пройдется, убьется. Там останется 25 лямов на весь рейд. 25 лямов на весь рейд, это не так. Плюс будут все живые танки, короче, на последнем мобе будет его танчить в последнюю очередь Войд. Мы втроем, я, Монорот и Кават, будем помогать контролить мобов. То есть с нас замедление, с нас станы и тому подобное. По поводу, кстати, хилов, позиционки хилов. Все стоят между платформами. То есть у нас 3 группы хилов. 3 между первой и второй. 2 между второй и третий, и один, получается, стоит между третьей и четвертой. Что касается хилов, смотрите, убивается первый моб.
Вы стоите, ваша позиционка не меняется. Вы также стоите дальше. Когда убивается моб, там, допустим, который стоит в звездочке, три хила, три хила. Вы смещаетесь, становитесь между третьей и четвертой платформой. Три хила, которые стояли между... Короче, хилили звездочку, вы смещаетесь между третьей и четвертой платформой. Там будет всего лишь находиться один. То есть луж там в любом случае не должно быть.